Карамба! Насчет зрения. Вот многие, наверное, слышали что-нибудь типа, а ты сидишь там, ставишь монитор, испортил зрение, вот это все. Но все несколько сложнее, точнее, проще. Вот я, например, всю жизнь смотрю в монитор, и у меня со зрением все отлично. Вот, окулист не даст соврать, у меня зрение больше 100%. И это не потому, что я вот такой исключительный, а потому что как бы это так не работает. Да, у некоторых людей могут быть какие-то проблемы со зрением, из-за чего, если их там напрягать, допустим, зрачки, чтобы они фокусировались на коротком расстоянии, из-за этого, ну, там зрение может начать ухудшаться. Это вот особенности некоторых людей. Но в целом, если у вас нет таких особенностей, то, соответственно, от того, что вы смотрите в монитор или читаете книжки, от этого у вас зрение не сядет. Вот. А если есть такая особенность, то тут как раз имеет смысл вместо того, чтобы переключаться с монитора на условные книжки, вместо этого нужно просто взять те же электронные книги, вывести, например, на телевизор, который стоит вдали, и спокойно там читать, потому что, ну, глазу вдаль фокусироваться легче, и вот это все. И меньше вероятность того, что ты ухудшишь свое состояние ввиду каких-то своих особенностей. Я не буду вдаваться в детали, какие там бывают особенности. Ну вот, такие вот интересные мысли. Так что вот всю жизнь я смотрю в монитор, и у меня до сих пор зрение прям идеальное. Но это не значит, что не может прийти какая-нибудь херовина со стороны и испортить тебе всю малину. То есть у меня два идеально видящих глаза, но смотрят они в разные стороны, поэтому ты все равно ни хрена не можешь разобрать. Вот такие интересные пироги.